Леди Бог и Суперкэт. Чудо вокруг! Ну что ж, ребят, тема сегодняшнего урока... Да, входите. Извиняюсь за опоздание. Можно я присяду? Спасибо. Просто я только что буквально прилетела из Парижа. Была на закрытом модном показе у самого крутого модного дизайнера, у месье Габриэля Агреста. Прилетела из Парижа, говоришь? А ничего, что мы в Париже живем, алло. Вот, блин, пизданула не то. Ну да, прилетела. Меня просто месье Джагит Стоун подбросил на своем личном вертолете. Угу. Но, Лайла, у моего отца нет никакого закрытого модного показа сегодня в Париже. Он вообще сейчас дома. Ты просто плохо общаешься со своим отцом, Эдриан. А я с ним очень хорошо общаюсь. Я его самый близкий друг, он сам мне лично об этом говорил. Он меня позвал в этот показ в качестве модели для его дизайнерской одежды. Угу. Дизайнерская одежда для врунов? Ты, походу, завралась, Лайла, потому что прямо сейчас у месье Джагита Стоуна идет концерт в Италии. Это онлайн-трансляция, и он никак не мог тебя подбросить на своем личном вертолете здесь, в Париже. То есть вы хотите сказать, что я вру? Мы не хотим, мы хотим. Ой, извиняюсь за мой немецкий акцент. Я наполовину немка по папиной линии. Харе уже врать! Я никогда не вру! Ага, если ты никогда не врешь, тогда я самая милая и добрая девочка на свете. Вот видишь, мне никто не верит. Вот и тебе никто никогда не поверит, потому что ты все время врешь. Никогда бы не подумала, что скажу это, но Хлоя права. О, та самая девочка, которая всем говорит только правду. Лети, мой маленький Акума, и вселись в нее. О, Акума! Рунг, бздаболка. Я бражник. Я в курсе, салам алейкум, давно не виделись. О, алейкум, я вижу то, что тебе никто не верит. Что ж, я дарую тебе силу превращать всех честных людей во врунов. И тебе дарую сладкий язык, чтобы ты могла врать красиво и постоянно. Но взамен я попрошу тебе принести талисманы Леди Баг и Суперкота. Хорошо, я принесу тебе их талисманы. Властный, всемогущий бражник. Самый красивый и сильный укротитель бабочек. Ой, ну хватит, тебе прям засмущало меня. Так, стоп. Получается, она сейчас уже врет, раз я ей дал силу сладкого языка. Так, и получается, она мне не принесет талисманы Леди Баг и Суперкота? Ну нахер, Акума, отмена! Выходи из этой пиздоболки!